Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать свиные отбивные с ананасом, запеченные под сыром. Получается очень вкусное и нежное блюдо. А также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. Набор продуктов нам нужен небольшой, то есть мясо у меня свинина, ананасы. Лучше брать консервированные. Мне кажется, что с ними вкуснее. Сыр, соль и смесь перцев. Мясо немного отбиваем и выкладываем на противень. Я подкладываю под мясо еще фольгу, чтобы потом было легче мыть. Не забываем мясо посолить и поперчить. Ананасы нарезаем мелким кубиком. Сыр трем на мелкой терке. На каждый кусочек мяса выкладываем ананасы, распределяем их равномерно, чтобы на каждый укус у нас попадался обязательный кусочек ананаса. Делаем шапочку из сыра. Сыра чем больше, тем вкуснее. И вот края фольги я вот так немного загибаю, чтобы у вас никакие соки не вытекли на противень, и вам потом его не пришлось долго и нудно мыть. И отправляем всю эту нашу красоту в духовку, разогретую на 180-200 градусов на 20 минут. Отбивнушечки уже практически готовы. Можно доставать и подавать к столу. Отбивные готовы. Посмотрите, какие ароматные, аппетитные получились. И запах, конечно, стоит великолепный. Хорошо такие отбивные подавать с картошечкой, но можно и просто без ничего, тоже будет очень-очень вкусно. Всем приятного аппетита и надеюсь до новых встреч на нашем канале.